Следующий вопрос. Хал юштарату ан януя имаму имама? Является ли условием действительности коллектива, то есть джамаата, чтобы имам взял намерение, что он имам? А если он стоит и сам совершает сам по себе намаз и не берет намерение, что он имам над людьми, является ли такой коллектив действительным? Говорит аль-машхур инда шафиия анну ля юштарат. Известно у шафиитов то, что это не является обязательным условием действительности коллектива. И это мнение имама Малика, Ахмада в одном из ревиатов от него, Ва-Харун, а также остальных и многих других ученых. Так, второе мнение, которое придерживался Аля-Узай, Суфьяна Саури, а также Исхаб, Иля-Уджубини, то, что это обязательно, чтобы имам имел намерение, что он имам. Ва-Ривайан Ахмад. И это тоже один из ревиатов от имама Ахмада. И третье мнение, Ва-Каля Абу-Ханифа Ва-Сахиба, сказал Абу-Ханифа, а также его два ученика, Инсалля Бираджулин Лам Таджиб Анния. Если человек совершает намаз как имам над мужчинами, то не обязательно иметь намерение имаму. Инсалля Бимра Ваджибат. А если за ним стоят женщины, то обязательно должен взять намерение на то, что он имам. Шейх Мухаммад Хизам сказал о том, что нет никакого довода на такое разграничение. Если ты имам над мужчинами или над женщинами, нет такого разграничения. Каля Абу Абдилля, говорит Шейх Мухаммад Хизам, Ас-саваб аль-каул аль-ауаль. Правильным является мнение первое. То есть, то, что если даже имам не берет намерение, что он имам, все равно джамаа засчитывается, так? Все равно джамаа считается действительным. Лима ахраджива муслим фи сахихи. И довод на это у имама муслима в его достоверном сборнике мин хадис Анас ибн Малик. Со слов Анаса ибн Малика, каль, то, что он сказал, кана Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям юсалли фи Рамадан. Посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям однажды совершал намаз вместо Рамадан, то есть намаз ночной, добровольный. Это еще до того, как был узаконен Таравих. Саджиту, говорит Анас, и я подошел к нему, факумту или аджамби, и встал с его бока, то есть с бока от него. Ваджа раджулин ахар, и тогда пришел еще один человек, факама айдан, хатта кунна рахатан, и тоже встал рядом, так что потом нас стало уже много. Саламма хасса анна хальфаху, а когда он заметил, что мы сзади него, то есть слова Анаса, я встал сбоку у него, не означает, что прям сбоку, имеется в виду сзади. Сзади сбоку, так, то есть с правой или с левой стороны. И когда пророк сам почувствовал, что мы стоим сзади, взяли это белости сала. Он начал что быстро совершать намаз, чтобы быстрее завершить и не затруднять людям. Сумма дахаля рахля, а затем зашел в свой дом. И дальше хадис продолжается. То есть, какой в этом хадисе довод? То, что пророк не знал, что за ним стоят люди. Вместе с этим это являлось коллективом. Вазал коваль раджаху аль-аллама ибн Усаймин. И это мнение, что выбрал шейх ибн Усаймин. Следующий вопрос.